Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук. Зимние шины, прыжки, короче, стартовый ускоритель, 5000 монет, новые задания. Сделай 6 поворотов на вертушке в горе приключений. Нет уж, спасибо. Так, проехать 1700 метров шахты приключений. Ну, это еще куда ни шло, да? Сундучок бесплатный, открываю я. Получаю защитную арматуру и стартовый ускоритель. Так. Всем привет. Правда, уже поздно по времени, но да ладно. Ну да ладно. Так, ну что, ребята, я поехал. Сегодня сколько мы возьмем? 20 тысяч кубков, что ли, сегодня будем брать? Да, получается? Получается так. Ну давай поменяем. Кого бы взять? Кого бы взять? Давай, наверное, возьмем вот этого вот буйвола. Давно у нас его не было. Так, ну 100% не эту машину будем брать. 100%, это уж извините меня. Будем брать нашу пока что раллийную автошку. По оптималочке, да? По оптималочке возьмем. Где мой суперускорительный буст, а? Скажи ко мне на милость. Где он? Почему я его не ощущаю? Теперь я стал ощущать. Просто, ребята, просто на финиш. Как мешок с картошкой прилетел. Но это было круто. Ай-яй-яй-яй-яй, здесь донажимался кнопочки. Ну-ка. Смотри, что у меня получилось, а? Я считаю, что это было... Ух, ядрить тебя на корень. Ты посмотри. Чипиздрик сзади присосался. Блин, тоже долетел, а? Но у него ручки коротковаты, меня обогнать, ты понимаешь? Коротковатые у него ручоночки. Чтоб со мной с папой стягаться-то, ё-моё. А вот это было некрасиво сделано с моей стороны, ребят. Давай вниз, прям вниз. И вот здесь тоже вниз. Прям в низиночку туда. Оп. Ну вставай на колеса тогда уж. Не, ребят, я, конечно, понимаю все. Но многие ли из вас вот так вот могут сделать? Вот так вот, как сейчас было сделано. Я сомневаюсь. Единички. Единички могут себе такое позволить. А я сделал. Так, ну что ж, поехали. Там вертушка у нас, да? Там вертушка плюс куча ролик, как мы это видим. Мы это прекрасно видим. Да ё-моё, вот опять же, ребята, вина в чем моя здесь была? В том, что я очень много делаю нелепых просто прыжков. А он на монетном ускорителе здесь меня просто обогнал. Ну что ж, давай сделаем тогда. Не сделаем, а посмотрим, что он будет делать у нас вот тут вот. Внутри, так скажем. Ну ядрен, матрен, ну вот это вот ускорение, ну оно нафиг здесь не нужно. Ну нафига ты. Ну это понятно, что. А, он прозевакал, друзья мои. Он прозевакал вспышку. Фига! Вот это как было сделано сейчас? Как вот это сейчас было сделано, я не пойму. Так, надо здесь приземляться. Этот Санек идеально просто зашел туда. Ну, как обычно это делаю я. Почему-то в этот раз у меня такое идеально не сработало. Какое место-то вообще? Третье, что ли, получается? Второе. Второе. Окей. Получить. И расписаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, мой буйвол готов. Слушай, вот здесь, знаешь, что надо было, наверное, взять? Все-таки суперкар. Он как чувак на красной параше едет. Также надо было и мне, наверное, сделать. И было бы у нас счастье.
Ну и так счастье привалило, поэтому все нормально. Главное тут не фейлиться. Не фейлиться и... не сбрасывать, ребята, очки. Не хочу туда-сюда кататься просто. Вот я к чему говорю. Слушай-ка, а здесь оказывается вон их сколько. Аж две машины. Я именно про суперкар говорю. Да-да-да-да-да. Вот и вон и прыжки там. Его, как говорится, и подвели. Но у нас, как ты видишь, перекресток. Перекресток пяти дорог. Или сколько там? Семи дорог. Да не важно, главное, что перекресток. Фига я там. Фига я жигу-дрыгу дал. Смотри. А вот это что такое сейчас было? Это что за жига-дрыга сейчас была? Если бы не мое преимущество на старте, фигушки, я бы здесь нормально проехал. Вот серьезно тебе говорю. Просто благодаря тому бусту, который мы с тобой сделали на старте, у меня получилось вот так вот вырваться вперед. А так бы я кусал бы лапти старого деда Мазая и все бы. Нормально. Нормалек. Что может быть лучше первого места, ребят? Ну ничего, конечно же, не может быть лучше. И вот это вот... вот это вот ККМ-ка, честно говоря, напрягает. А, так тут еще вон какой засранец-то шпарит. Вон там какой засранец шпарит-то у нас. Шпарилова. Так его назовем, да? До свидания, Шпарилова. Пупок, как говорится, развяжется меня обгонять. Блин, опять без идеального старта. Ну, ребят, ну как так-то? Да, вниз. Да ее просто этот ящик, блин, не в тему совсем, блин. Давай, рейчик. По красоте тихонько едешь, но уверенно. Да, и уверенно мы занимаем первое место. Шикан... шикандрыган. Чертыр-чертыр. Ай, сам себя не насмешишь, никто не насмешит, верно, ребят? Чертур-чертур. Так, хорош прикалывался. Чертыр. Ну что это за обосранство сейчас было, ребят? А? Ну что вот это такое? Не, ладно, хорошо, ну, это я прощаю. Это я себя прощаю, потому что я занял здесь первое место. А так на самом деле нифига не смешно. Чертыр. Так. А будет сегодня выпендреж? Не? Выпендрежа не будет. Или будет все-таки? Будет. Есть. Ну что же, мы даже байк с тобой обогнали. Вот тот вон зеленый. Зеленый супостат, который сзади нас едет. Согласись, что это было дебилизм. Да ладно, я не верю своим глазам. Мы и байк обстали. Единственное, что вот Димарик там у нас едет. Смотри на меня, как я еду. Я просто красавчик. Да, 20 тысяч кубков будет сегодня наш. О, фулл сет, по-моему, мы собрали на заключенного, если честно. Ну что, у нас мили шахтера, по-моему, здесь нам нужно проехать 1700 метров, да? Мили шахтеров приключения, по-моему, так? Да, я вижу, на чем он там едет. Я знаю, что он хочет сделать. Блин, ребята, он меня облапошил. Он прям как ястреб полетел вниз. Ты смотри-ка, он знает, куда ехать надо. Чтоб у тебя горючка закончится. Нет, не закончится у него горючка. Линус! Погоди. Ё-моё, чуть было. Да, блин, ребят, ну ему тут просто... на каждом шагу горючее достается. Слишком много здесь горючего для него. Тебе не показалось так?
Слишком много у него горючки здесь было. Ладно, давай. Сколько там, один этап у нас? Почему на некоторых гонках мы едем втроем, а на некоторых вчетвером? А, нет, здесь тоже вчетвером. Показалось, значит. Примелькалось. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, баги вшива, иди отсюда. Ребят, если вы думаете, что я на самом деле вот это вот ругаюсь, как вы говорите, там, не ругаюсь на машину. Ребят, естественно, это все, это же все несерьезно, это же все для прикола. Что я ругаю там машины или еще кого-нибудь. Я ничего, ничего против ботов или ребят, которые играют в эту игру, не имею абсолютно. Но ведь же надо как-то комментировать всю гонку, ребят, согласитесь. Поэтому вот приходится что-нибудь эдакое придумывать. Единственное, что не придумано, это моя злость, когда я начинаю проигрывать. Или когда что-то получается неправильно. Или когда я туплю. Вот тогда я начинаю очень злиться. Могу что-нибудь ляпнуть, не подумавши. Но опять же, ребят, ничего личного и никому зла не хочу. Так, ладно, поехали дальше. Танк, танк. Так, тут у нас танк, тут у нас лихач. Что-то такая команда, слушай, тут собралась. Да на пол. Ах, то на пол, ты-то на пол. Блин, ребят, вот я, наверное, зря сделал, что я опять я поехал по этому поверху. И, видимо, то на пол сейчас нас. Там не только то на пол, там еще какой-то фрукт. Да-да-да, вот про него я и говорил. Обогнал. Все-таки надо понизу ехать. Так а как ты понизу поедешь, если твою машину, ребят, закидывает наверх? Это же не я решаю, как говорится, куда мне ехать. Мою машину закинуло, и все. Ну! Да ты, твою мать, блин! Вот сейчас бы... Идиотизм! Вот сейчас был, ребята, просто идиотизм. Да я на байке поеду. Поехали, блин. Ой-ой-ой, взял я тоже трассу, блин, для байка. Молодец, Рэй. Хотя, не знаю, все отлично получилось здесь. Она какая-то коротенькая мне показалась. Тихо ты. Нормалек. Давай, да. Блин. Да, 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 друзья мои, это пещеры. И хотелось бы аккуратнее, и никак. Да куда ты так? Да что ж с тобой не то-то, а? Ага. Блин, мне еще глаз зачесался с какого-то. Зашибись. Прям вот как, знаешь, как глаз алмаз. Ни дальше, ни ближе. Именно туда, куда надо. Тихо ты. Я в шоке. Да ты, твою ты. Ой, баран. Ё-моё. Нафиг я вообще взял здесь. Да я не то, что взял, ребят. Я просто не успел поменять. А не взял. Я забыл поменять машину. Вот гонятель на этом. Да ядрен. Тихо. Но здесь нормально. Хорошо. Да это ровным счетом ничего не меняет. Ну, третье место, то, что меня откинет чуть-чуть назад. Вот, ребят, сельский кубок. Вот, по-моему, сельский кубок. Проверим. Ага, ты посмотри. Ты еще скажи, что супер дизель сейчас меня. А почему не засчитывается, что если
мое тело туда прилетает на финишную. Почему? Почему оно не засчитывается как пройдено? А, ребят? Фига я тут. Да меня просто этот раллийное авто. Тихо ты. Меня раллийное авто. То есть не раллийное, а этот супер дизель. Что-то мне из колеи выбил, я на него засмотрелся. Ну и сам видишь, что получилось у нас. Вот он опять, ребят, начинает меня будоражить. Так, тут случайно не с домиком или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, залетай на финишную. Есть. Первое место, да? Да, первое место. Мистический кубок. Мне кто-то написал: Рэй, а ты знаешь, что мистический кубок все проходят... Все топы проходят на супердизеле. Да-да-да, ребят, такой прям вот комментарий мне написали. Нет, не знаю, ребят. И если честно, я даже не представляю, как бы это выглядело. Потому что на супердизеле, если ты, не дай боже, башкой врезаешься об крышу, об, в пеньке в этом стволе, то тебе сразу кранты. Потому что у супердизеля, ну, по-моему, у супердизеля нет крыши. Может быть, есть, но у меня она не заработана. Так, я вижу, ребята, что он хочет сделать. Да, я специально снизил скорость практически до полного остановления. Я даже рискнул прямо на самом пригорке, что могло чревато, ребят, сказаться на том, что я бы откатился назад или не поднялся бы в эту гору. И все. Тут тоже особо сильно не надо бустовать. Все, теперь можно гнать по полной программе. Тут уже... Ух, не до такой же степени-то. Так, и последняя гонка, насколько я помню, это у нас движение вниз. Так его назовем. Так, желтая гадина, кривин этот. Видишь, он тоже, он специально, ребят, снизил скорость. Но он, по-моему, переборщил со снижением. Да, он, видимо, переборщил. А тот слишком, слишком старался, вот этот вот. И, ну, ничего, короче, не получилось у него. Так, грязное ралли. Грязное ралли. По-моему, грязное ралли можно было бы, ребят, спокойно проходить на байке. Я могу, конечно, чтобы... Сашка! Сашка! Не нервируй меня, Санек. Не нервируй меня, Саша, не нервируй. Не нервируй меня, лучший мой дружок. Да. Погнали. Да твою-то корявую дивизию, ну. Почему мы едем по этим камням? У меня как раздолбайка идет машины. Сфига ли вдруг? Да вроде никаких таких нет уступов, ничего, да? Просто тьф, пролетел бы, как, я не знаю что. Как фанера над Москвой. Ну, вот тут все, ребят. Потерял преимущество. Вот это вот, вот это я не понимаю, ребят. Почему именно вот на этом месте какое-то специальное притормаживание идет? Я не знаю, с чем это связано. Но оно идет. Е! Замечательно. Да в плане, блин. Я думал, что там была четвертая гонка. Это только сейчас четвертая поездка у нас. Совсем потерялся во времени, Рейчик. Совсем потерял, совсем старый стал, да, ребят? Старость не радость. Ну, байк там начинает выпендриваться. Но сфейлился байк. Пам-парам-пам-парам-пам-парам. День гонок. Слушай, давай день гонок попробуем проехать на байке. Обычно ты знаешь, на чем я еду в этом, на этом денечке. Да, обычно я беру здесь суперкар. Но почему-то именно сейчас захотелось мне, блин, на мотоцикле.
И я довольно хорошо проехал. Прям идеально. Слушай, день гонок, это случайно не там ли, где у нас будет тоннель? Нет? Я увидел, ребят, но уже поздно. Я увидел уже, но когда я... Когда припечатался, я увидел. Тихо, ты не газуй так сильно. Я только сейчас увидел, ребят, что у меня монетный ускоритель. Он, оказывается, был спрятан под кожухом, и я его не видел. Прикинь? Да не, вру я, вру. Все, я видел, не обращал внимания. А сейчас от нечего делать обратил. Фух. Так, день гонок мы проехали. Что там у нас? Усиленная турбо. Блин, ну это у нас есть. Слушай, городская вода. Попробуем. Но здесь будет проблематично. Да-да-да, именно вот поэтому. Такое, знаешь, как... Ой-ой-ой. Ой. Не, нормально. Слушай, ну... Блин, у меня получаться начало гонять на байке. По-моему. Главное, не перестар... Ой-ой-ой, а сможем тут заехать? Да. Да что ты там под водой, как этот, едешь-то? Чего? Я еще и первым? Я еще и первым здесь? Неужели там на поверхности так все критично было? Что не столько времени... Ой-ой-ой-ой-ой. Вниз! А вертушка-то хитрая, поехала поверху. Прикинь, как у меня сейчас получилось. Ух! Вот как надо кататься, ребят. Сальтуху и еще и на колеса приземлиться. Так, кубок лесов. Кубок лесов. Ну что, поехали на байке, я попробую, ребят. Вот прижимную ему силу как-то прокачать на мотоцикле, чтобы... Чтобы меня не так сильно подрывало наверх, блин. Прижимная бы, я бы, ну, более как бы был в седле. А так... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной, тихо-тихо, роднуля. Есть. Слушай, и быстро проходим с тобой гонки эти. Я уже даже что-то вдруг подумал, может быть, мне байк прокачать. Да не, ребят, докачай все-таки наш этот. Там осталось немножко. Нашу вертушку. Ой, вертушку, че, какую вертушку, Рэй, ты че мне? Не вертушку, а эту. Лихача. Вот, прокачаем лихача уже потом. Ну, вот на скалистой дороге нет. Уж извините, ребят, на скалистой дороге я поеду. Да иди, дрён, матрён. На скалистой дороге я здесь просто размажу своего гонщика на этом байке. Вниз, ребят, заныриваем. Они все прекрасно знают уже. Они все тут знают трассу, поэтому ты видел, они все заныривают, все выныривают. Я вниз. По дрова. Я. Даже крому сделали. А кто такой вообще крома? Я не знаю, ребят, никакого кромы. Да и знать не желаю, если честно. Вот почему, когда мне нужен вот этот вот рывок, которого ждешь, блин, как манну небесной, его никогда нету, а? И почему вот именно мне, блин, по камням приходится тут тупить? Ничего, идеальное приземление, я смотрю. Да, ребят, у него идеальное приземление было. Ну, мы с ним имеем равное количество очков. Давай посмотрим. Третья гонка решит все. Да не поднимай ты, пожалуйста, блин. Так, я вниз. Да он тоже, я смотрю, готовится вниз. Перевернись нафиг. Нет, не перевернулся.
Извините, но мне... Тупанул, да? Ну, конечно же, тупанул, ребят. Ну, конечно же, тупанул, блин. Когда надо... Поверху надо было ехать. Твою налево, а. Тупарь. Просто, ребята, тупарь. Второе место. Я не запомнил, какая из них лучше. Когда мы едем поверху, блин, оказывается, лучше ехать понизу. Когда мы едем понизу, блин, оказывается, лучше ехать поверху, блин. Байкер там, смотри, наяривает. Не бздит же, главное. Понимаешь, он не бздит. А знаешь, почему он сейчас... Кстати, вот да, в шахтах лучше, ребята, на байк не брать этот. Скажи мне, я скажу. Ускоритель. Топливный. Потому что если ты его возьмешь, ты там просто размажешься сразу же. Поэтому лучше на обычных. Ну, я тебе скажу честно, что байк, в принципе, и без топливного ускорителя довольно неплохо гоняет. Йети бойс. Прикинь, лихач. Сейчас посмотрим. Черт, у него крыши нету, блин. Он должен был раздолбаться, понимаешь? Но он что-то как-то слишком аккуратно ехал. А вот в моей... О, байкер, все, ребят. Минус клиент. А это говорит только об одном. Что это первое мое место будет. Почему первое? Потому что этот по очкам уступает мне. Лихач, он мне уступает, ребят, по очкам. Все. Первое место. Шикардосик. Трасса Билла. Давай трассу Билла мы попробуем все-таки прокатиться на этом. Что? Это видно какая-то шутка. Ух ты. Тихо, 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 родной. Да тихо тебе сказал, что... Вот, вот, ребят, вот эту вот прижимную надо прокачать. Видишь, начинает вот это вот поднимать колесо. Именно прижимнуху нужно качать. Иначе перевернуться можно. Я в шоке, что здесь делает Буран, ребят. Кто-нибудь мне объяснит? Зачем он... Зачем он его взял? Тихо. Так, вот здесь вот надо аккуратно. Мне лично непонятно, нафига он здесь взял Буран. Странный типок. Тем более там майки из США. Так. Неужели мы красавчиками будем, а? Да я тебе даже больше скажу, очень даже красавчиками. Все. Блин, восхитительные диверсии. Так, переключаемся. Кстати, у нас сколько там денежек, надо посмотреть, прокачать-то. Молодец. От одного, так сказать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, блинский. Зря я, наверное, так сделал, да? Ну да. А как этот чепушило приехал первым? Объясните ко мне, пожалуйста. А? Давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрел. Да в этой толпе там все соединились. И там я даже не понял, ребята. Кто, чё, куда, блин? Да еще начал на него отвлекаться, смотреть, блин. Ну что, ну крылья я вижу у него. И что дальше? Ну крылья. Так, отпускай там наверх едет, а мы понизу. Так, 3-1, 4 балла. Второе место, хорошо. Нагорный кубок. Ну поехали.
Интересно, а на горный кубок можно? Ух! Есть. Вот как вот это вот... Я не понимаю, ребят, как вот это вот охламончество могло перепрыгнуть? Ну ладно, тягач еще, ладно, хнынки. Ну как тот-то, блин, перепрыгнул, желтый. Врежься. Врежься, придурок. Вниз, правильно, туда тебе и дорожка. Дьябло, канадец. Фух, я готов. Что это было? Что это сейчас было, блин, Рэй? А что это было? Это была очередная моя тупость. Все, поплыли туманы над рекой. Да? И все, как всегда, проехали. Тут уже финиш, ребят. Я последний опять. Пипец. А, первый? Первый? Первый, я второй. Штаны драматурга. Ну, штаны драматурга у нас были. А почему не дают? Побрякушки. Гора смерти. А что если я возьму, например, байк? Вот это вот. А? Или тут лучше взять колеса непрокачанные, которые у меня. Вот что ты скажешь? Тебе нечего сказать? Вот я не знаю, что мне делать. Прям, блин, я в таком тупиковом, ребята. Слушай, если у меня будет такое офигенное сцепление, я же могу перевернуться. Короче, если я, ребята, не пройду, ну, значит, не пройду. Ой-ой-ой-ой, вместо чего? Вместо монетного ускорителя брать. Ох, попробуем. Попробовали, блин. Охренеть. Ну чего? Вот и все, ребята. Короче, переигрываю я. Так, у нас тут один этап. Это миля шахтера. Ребята, миля шахтера. Всего один этап. А че, вот почему он сейчас... Без ускорения, без всего. У него какой-то там план? Барбароссы, блин. Как ты, блин? Да как это, ребята, возможно, блин? Ну ты согласись, ну это же... Хорош нафиг, ё-моё. Давай, блин, это... Без читерства, блин. Офигеть, он... Я его обгоняю, обгоняю, он... Оп! И на тебе, на гнилушке просто прилетел. Давай, давай, Рэйчик, давай, жми, родной мой. Да неужели? Ух, выдохни, выдохни. Ты победил. Все, ребят. Это было смачно. Фу, так, всем привет. Так, ну что, друзья мои. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.